И еще политическая хроника. Патриоты России решили поддержать кандидатуру Владимира Путина. К его народному штабу присоединилось татарстанское отделение партии. Главным при подготовке к выборам считают встречи с людьми. Кроме того, планируют увеличить, по сравнению с недавней думской кампанией, количество наблюдателей на участках. Но специальной переподготовки в этот раз проводить не будут. Сейчас у нас чисто партийные были дела. Это мы подали списки практически во все территориальные избирательные комиссии наших кандидатов для формирования избирательных комиссий участковых с правом решающего голоса. Вот должно быть принято решение. Вот. Следующим этапом мы подадим списки, естественно, для членов участковых комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей.